Республика Союз Мьянма. В прошлом Бирма. Государство в Юго-Восточной Азии, расположено в западной части полуострова Индокитай. Численность населения 55 миллионов человек. Страна является второй в мире по незаконному производству опиума. Конституция Мьянмы гласит, что каждый гражданин имеет право свободно исповедовать и практиковать любую религию, признанную законом. Вместе с тем, правительство выступает покровителем буддизма и пропагандирует его идеи в стране. Недавно были приняты 4 закона о защите расы и религии, которые препятствуют переходу из буддизма в другую веру и значительно ограничивают права религиозных меньшин. К буддистам относят себя 90% населения. В настоящее время на территории Мьянмы находится около 25 тысяч буддийских монастырей и храмов. Христианство исповедуют 4% жителей. Это протестанты и католики, которые в основном являются представителями этнических меньшинств. Христианские общины подвергаются ограничениям на регистрацию, строительство и ремонт церквей. Руководящие должности в армии и на государственной службе зарезервированы только для буддистов. Среди стран-притеснителей христиан Мьянма занимает 28 место. После установления в стране военной диктатуры начались вооруженные столкновения между правительственными войсками и повстанцами из числа этнических меньшинств, которые сражаются за широкую автономию и против насильственной ассимиляции со стороны бирманского большинства. Среди них имеется существенное число христиан. С 2011 года более 60 христианских церквей были уничтожены правительственными войсками в штатах Качин и Карен. Бирманские военные нападали на поселки, где живут многие христиане, убивали жителей и разрушали их дома. Десятки тысяч христиан вынуждены спасаться бегством и искать себе прибежище в соседних странах.